8-летний Максим катался на велосипеде и попал в дорожную аварию. В результате перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга и дыхательного центра ствола головного мозга. Врачи Бурятии и даже Москвы говорили, что травмы несовместимы с жизнью, и разводили руками. За спасение мальчика взялись курганские хирурги. Проблемы были, конечно, с введением винтом, потому что это маленький ребенок, это все миниатюрно. Транспортировать ребенка было слишком большим риском, поэтому в Бурятию отправились директор центра Илизарова Александр Губин и заместитель Андрей Кобызев. Вместе с нейрохирургами специалисты провели уникальную операцию по фиксации 4 верхних шейных позвонков. Мы сделали декомпрессию спинного мозга на уровне перехода краниево-вертебрального и зафиксировали голову, грубо говоря, с шейным отделом позвоночника. Теперь Максим Удовиченко получил надежду на восстановление движений. Он еще подключен к аппарату искусственного дыхания. Научиться дышать самому – сейчас его главная задача. Мальчика скоро привезут в Курган. Здесь он пройдет курс реабилитации. Анастасия Никитина, Сергей Абалмасов, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45».